Ну заплатил же 200 рублей, вот это же тебе. Ну да, Владику ты дал 100, блядь, он их похерил. Вот, не знаю, куда засунул. Вот, и охраннику дал еще сотку. Ага. Куда он ушел? Он не вернулся. Так хустим, что он не вернулся. Дело в том, что 200 я отдал же, отдал. Теперь прокурорская проверка. Что делать, блядь? Что говорить? Я... А, ты хочешь сказать, что я... Не, я не сказал, где ты живешь. Я этого не скажу. Ты приезжий, я знаю, да. Ты приезжий, ты колхозник, да. Ну, хорошо. Я не покажу, конечно, пальцем. Ну, а что будем работать? Ну, крики мой. Этот усатый пот, блядь, меня клинит, говорит, где этот ты, лысый, блядь. И что делать? Ну, тишина, блядь. Давай советы выдавай какие-то, блядь, потому что обед. А то, что не знаю, где ты живешь, это я скажу заранее, блядь, не знаю, где ты живешь, да. Ну, а что дальше?